жахнул ее, блядь. По ногам попали. Машину украли, да, украли. Да, Порш угнали, блядь. Да, но, говорит, это надо... Опа, опа. Пропал, блядь. Ну что ж, ай-яй-яй. Бери твою маму, блядь. Куда ж ты, блядь? Либо тогда в субботу с утра покупать и везти, не знаю. Ой, ой, блядь, ты что ж делаешь, сучонок, а? Пишет, что, скорее всего, рабочие дни переносить не будут, поскольку длительные выходные дорого обходятся госбюджету. Вова, Вова! Украинцам придется отметить твою мать! Новогодние рождественские праздники и работать по календарю. Еще полтора года назад Паша был таким огромным постоянным игроком национальной сборной России. Правда, чемпионат мира не попадал, но он уже в европейских турах. Множество сюрпризов на время Октоберфест в Тимберлиц. Подробности по телефону 8-495-617. Ну я могу с ним в Пушкино встретиться, да и все. Охуевшие, что ли, блядь? Похуще! Столкнулся? Вымани зеркало за... Чё ты трындишь-то, а? Ты меня видишь, где я стою? Ты меня запихишь на... Ты чё делаешь? Ты чё делаешь-то вообще? Ты посмотри, где я еду-то, ёб твою дивизию! Пизда, блядь! Давай, давай. Давай, давай. Какое противное место, место не надо. Пусть, пусть попиздеет. Давай, давай, пусть. Чё ты хочешь? Слушай, какая на сутки наглые, да, тёмные? Это та же. Да я видела. И стартует на Европе Плюс. Я же обращаюсь до завтра. С вами остается Алекс Манулов и свежий выпуск официального. Подожди, тут, блядь, баба нам чуть ремаш не разбила. Она вышла вообще. Да вообще, она нас просто настрелила. А вот там в КБшке вроде нет на картинке. Или тоже есть? Есть. Ох! Регистратор. Оба, блядь, колеса как разлетелись. Оба, бух, и все.